Открыл фестиваль дуэт самых юных участников Максима Саргатяна и Сережи Петелина. Пьеса-шутка учащимся первого класса Видновской детской школы искусств далась нелегко. Репетировали долго, чтобы добиться желаемого результата. Чтобы не волноваться перед выступлением, надо репетировать и заниматься. Я играю на балалайке. Решил заниматься, потому что потом можно будет поступить в оркестр. Отделение народных инструментов – одно из популярных в музыкальных школах. Ребята здесь обучаются игре на баяне, аккордеоне, балалайке, домбре, гитаре. Играют в ансамблях и оркестрах. Районный фестиваль уже стал традиционным. Около 50 участников, прошедших конкурсный отбор. На концерте представлены только лучшие номера. Это очень знаковые события. Принимают участие весь Ленинский район, практически все детские школы искусств Ленинского района присылают сюда своих воспитанников. Фестиваль посетили замечательные гости. Ансамбль баянистов «Русский тембр» под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Кузьминского. Коллектив существует уже 30 лет и играет на уникальных баянах. В 1957 году этот комплект создал русский мастер-самородок Николай Косоруков. Такие инструменты позволяют музыкантам исполнять репертуар полноценного симфонического оркестра от классики до народной музыки и джаза. Мы всегда поддерживаем такие мероприятия, потому что мы понимаем, что главное – это пропаганда, пропаганда народных инструментов. Это музыкальные инструменты – часть культуры. И если мы не будем этим заниматься, то следующие поколения они не будут знать, кто мы такие. Мы с удовольствием играем для того, чтобы детишки посмотрели, к чему они могут прийти, если будут хорошо ходить, если будут заниматься, если будут любить, если с удовольствием будут это делать. Поэтому это наша миссия. Для ценителей искрометной и в то же время задушевной народной музыки, пришедших на большой праздник, звучали известные мировые произведения, а также целый ряд мелодий в оригинальной аранжировке. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.